себе получить дополнительные инвестиции для строительства дорога, социального дома. Спасибо. Вот именно все. Глава. Ну что? Все. А что тогда осталось сидеть-то? Вот что творилось. А с кем разговаривать? Да, глава уходит с такого совещания от наболевшего вопроса. Что мы делаем-то, а? Нам-то что здесь? Зачем людей тогда собрали сюда? А хамить предпринимателей? Совесть просто поимели бы. Путин консолидацию общества призывает, а здесь наоборот, к разъединению делает. Уважаемые гости, уважаемая общественность, давайте выслушаем меня как заместителя директора департамента. А вы тоже сразу давайте вам вопросы. А вы как голова уедете потом сразу? О здравоохранении Собинского района. А почему вы собрались задавать о здравоохранении, а задели предпринимателей и ритуальщиков? Почему это такое опять безобразие начинается? Уважаемые коллеги. Глава, значит, всех обвинил, что вы, значит, какие-то недобросовестные. Собрался и пошел. Это что за безобразие опять устроили? Уважаемые коллеги, надо так говорить. Для начала здесь проходит выездное заседание коллегии департамента здравоохранения. Мы недавно видели, как оно проходило, так нас не пускали в зал. Заседание коллегии, главы нету. От кого это все прячется? От людей, что ли, или от кого? Уважаемые... Устроили! Показуху публичную! 17 человек, 11 а что членов коллегии департамента здравоохранения прибыли сюда для того, чтобы обсудить проблемы здравоохранения Собинского района. Как у нас тут хорошо? Я не буду вас перекрикивать, IQ у меня немножко повыше, чем вас. Если вам что-то не нравится, пожалуйста, выходите. Недавно не пускали! Поэтому спокойно сидите и слушайте меня! Есть рабочее совещание. Рабочее совещание. Мы обсуждаем проблемы здравоохранения Собинского района. Если у вас эмоциональное возбуждение, то это ваши проблемы. Нет, это не наши проблемы. Это проблема района. Давайте выслушаем. Нет, вы задайте вопросы. Давайте послушаем. Или мы начинаем работать, или мы просто превращаем пока в разговор, а потом продолжим работать в другом. Уважаемые коллеги, и тем, кому интересно Собинское здравоохранение, давайте так начнем. Я надеюсь, что большинству интересно, как департамент вместе с администрацией и вместе с главным врачом решает эти проблемы. Здесь будут цифры, и они и плохие, и нехорошие, они всякие. Поэтому нам с вами предстоит решить общую задачу, без эмоций и без форсирования голоса. Поэтому я попросила всех успокоиться и спокойно меня послушать. Сегодня мы поговорим об итогах работы Собинской районной больницы за 2016 и 5 месяцев 2017 года в рамках реализации майских указов президента.